Власти Филиппин объявили предупреждение об угрозе цунами на острове Минданао на юге страны после мощного землетрясения магнитудой 7,6. Геологическая служба США, фиксирующая сейсмическую активность по всему миру, обнаружила эпицентр на глубине 32 километров и примерно в 21 километре к юго-востоку от города Хинатуан с населением более 40 тысяч человек. Япония также объявила предупреждение об угрозе цунами на юго-востоке страны.